желание появилось как-то спонтанно. Мы вместе с моей кураторкой Эльмирой Балатян сидели у меня в мастерской и как-то собирали выставку. Вообще, сама выставка очень давно уже как-то зреет. Вот, где-то с тех пор, как мы знакомы, как-то уже сразу стало понятно, что это должно случиться в какой-то момент, что она будет курировать мою персональную выставку. Но как-то не сходилось. Я в основном большую часть своей практики занималась живописью, и живописью такой очень плакатной, иногда кровавой даже в чем-то. И когда я думала о том, как и с чем это сочетать, как вообще это собрать в персональную выставку, мне было очень тяжело, и вот как-то все это не срасталось и не срасталось. И потом появилась инсталляция, которая, собственно, основная часть выставки, ну, так я воспринимаю. Это на самом деле мне приснилось. То есть мне прям приснилась работа, приснилось, что у меня выставка, и на ней вот эта инсталляция. Она, конечно, не совсем такая, какой я ее сделала, но я старалась не отходить далеко от сна. И где-то около полугода я этим мучилась и ничего другого практически не производила. И пыталась понять, что все-таки это было, что это означало, как это сделать. Когда это все-таки родилось, я поняла, что вот это будет моя выставка. И когда мы начали подбирать к этому еще какую-то живопись, еще вот объекты из серии «Сувениры», стало понятно, что все сходится в тему детства, так или иначе. И вот эта работа просто висела у меня в мастерской, дюймовочка, которая на афише, и которая стала названием выставки. И я не помню точно, кто из нас это предложила, но как-то вот стало очевидно, что вот это прям оно, потому что, ну, дюймовочка, можно много каких-то смыслов подбирать. С одной стороны, это очень иллюстративно ко всей выставке и сама картинка, и название. А с другой стороны, она все-таки дает какой-то простор для интерпретации. И, в общем, сразу стало понятно, что вот это то, что нам нужно. Проект «Сувениры» один, наверное, вообще из самых сложных и по всем пунктам, в основном по этическим каким-то и технически вообще проектов в моей жизни. Я уже какое-то количество лет занимаюсь темой насилия над женщиной, и чаще всего мои работы все основаны были на каких-то документальных историях. Иногда это документальные истории человека, ну, с которым я лично общалась, чаще это были какие-то исторические факты или новостные какие-то сводки. И сделая это, я поняла, что мне нужно перейти в какую-то другую грань и сделать что-то, что будет частично коллаборацией с самими женщинами, пережившими насилие. И будет именно это будет отправной точкой, это будет главным как бы в работе. Мне хотелось именно установить какой-то контакт, и только после этого, чтобы уже родилась какая-то форма конкретная. И что, ну, необычно. Обычно мой процесс как бы наоборот происходит, то есть, ну, происходит какой-то картинки. И здесь я столкнулась с большими сложностями в плане того, что я работала какое-то время, волонтерила в кризисном центре в Дубках. Там пыталась как-то, мы занимались живописью, рисунком, мы разговаривали, и я пыталась как-то оттуда найти женщин, которые были бы, ну, заинтересованы и захотели бы в этом поучаствовать. Через сестер тоже пыталась, и в какой-то момент стало понятно, что это невозможно.
ну, по крайней мере, на данном этапе, потому что, ну, для такого уровня доверия, для такого уровня задействованности нужен прямо какой-то личный контакт. Поэтому эти истории, помимо того, что они очень страшные, они еще и близкие ко мне. То есть это мои знакомые, так скажем. Это первые мои объекты. Я всегда работаю на плоскости в основном. И процесс вычленения тоже образа, который я хочу, собственно, сделать из истории, тоже был очень какой-то болезненный и долгий. Я сначала думала, что это вообще будут какие-то, ну, просто предметы, то есть вообще там, допустим, шариковая ручка или что-то. То есть как бы хотела как-то понизить уровень своего вмешательства таким образом. Но в итоге стало понятно, что этого недостаточно. И как бы вот уже поработав с этими женщинами, я поняла, что мне нужно что-то все-таки делать руками. Вот, поэтому появились вот такие как бы скульптурки. Идея с вот этими сувенирными шарами, похожими вот на эти шары, которые можно подвести, в которых часто там находится какая-то местная достопримечательность, которую хочется увезти с собой и как бы поставить на полку. Пришла тоже совсем не сразу, очень долго именно форму я искала, какое-то выражение этого проекта. И когда это появилось, мне казалось, что это очень удачно, потому что это, с одной стороны, это не будет иллюстративно, потому что я знала, что это не будет объект, который будет как-то прям очень конкретно иллюстрировать. И мне не хотелось иллюстрировать историю, и вообще я очень не хотела, чтобы это было эффектно, чтобы это как-то вообще работал в угоду зрителю, скажем так, чтобы, допустим, было сразу понятно или сразу страшно или что-то. Для меня самое главное здесь было не нарушить доверие этих женщин, сохранить их историю такой, какой они мне передали ее, согласились передать, с максимальным уважением. И И эта форма мне очень понравилась, потому что она вот отчасти не буквально, а с другой стороны в этом есть такой довольно в лоб посыл. То есть это такая довольно простая инверсия. То есть это сувенир, это воспоминание, которое остается с тобой против твоей воли. В отличие от тех игрушек, которые обычно туда помещают. И другая основная мысль — это изолированность этой истории и этого ужаса от тебя и от пространства остального. И вообще вот когда я сейчас смотрю на них и слушаю, когда уже все готово, я понимаю, что вообще проект получился гораздо больше про отстранение, про отделение от всего этого. Чем больше на них смотрю, тем больше я именно вижу вот этот шар и то, насколько как бы его внутренность не имеет выхода из него. И в этом вижу какую-то надежду. И другой еще сложный момент, который я хотела сказать, это то, что я изначально не знала, как это будет выставлено. Я думала, что это будет текст, то есть истории, о которых рассказано вот этими объектами, будут в виде текста. И совсем недавно, уже спустя 2 года после того, как я их сделала, я поняла, что это должно быть аудио. То есть мне пришлось заново обращаться к моим участницам за тем, чтобы они записали эту историю. Это тоже был очень сложный момент, потому что, слава богу, уже за эти годы они вообще еще дальше ушли вперед, еще больше переработали это и пережили, и возвращаться к этому не хотелось вообще.
Поэтому одна девушка отказалась вообще, поэтому в ее шаре просто звук, который я выбрала. Одна девушка отказалась записывать эту историю, и я записывала ее сама. Я читала текст, который она мне дала, потому что другого варианта у меня не было. Я считаю, что в этой истории, кроме нее и меня, ничего другого голоса быть не может. И это тоже было очень сложно, это была отдельная задача, как это прочитать, как это сделать. И с теми девушками, которые все-таки согласились записывать, я тоже старалась быть очень осторожной, и старалась, каждый как-то по-разному подходил, кто-то читал текст, кто-то разговаривал со мной, кто-то... Одна из девушек понадобились вопросы для того, чтобы на них отвечать. То есть я старалась максимально сделать так, чтобы это не стало какой-то ретравматизацией, чтобы это не было какой-то насильственной операцией. И сейчас не просила каких-то как-то особенно рассказать, каких-то подробностей. Опять же, потому что для меня самое важное, чтобы эта история была рассказана так, как хотелось данной женщине, а не так, как будет интересно или страшно услышать зрителя. Вот, поэтому многие из тех, кто послушал, посмотрел выставку, говорили о том, что вот тут что-то непонятно, а вот тут что-то... А что же здесь произошло? Вот, и для меня это как плюс, потому что... Это очень сложная, довольно сложная позиция, в которой я находилась в этой работе. И мне было очень важно сохранить какую-то личную неприкосновенность каждой истории.